Привет! Сегодня кратко разберем действительно интересный вопрос, а именно, как же печатают китайцы на компьютерной клавиатуре, если иероглифов насчитывают десятки тысяч? Ясно и понятно, что все тысячи символов не влезут на одну клавиатуру. Также данный вопрос актуален для всех народов, кто использует иероглифы в письме. В общем, давайте разбираться. Прежде чем мы перейдем к компьютерной клавиатуре, давайте разберемся со смартфонами, ведь китайский народ их активно использует. Телефон может сам подбирать китайцам нужные иероглифы. Для китайского языка есть официальная транскрипция латиницей. Она называется пинь-инь и была принята в 1958 году. С помощью нее как раз можно печатать на компьютере и телефоне. Текст вводится латинскими буквами, а телефон предлагает варианты иероглифов. В китайском языке есть 4 тональности. При различном произношении слова получают совершенно разные значения, и соответственно иероглифы будут другими. Но транслитерация, написание латинскими буквами, этих слов одинаковая. Поэтому телефон предлагает несколько вариантов иероглифов, и вы выбираете тот, который вам нужен. А вот компьютерная клавиатура у китайцев специальная. Для ввода иероглифов на компьютере есть и другой способ, хотя сейчас он стал менее популярным. Все китайские иероглифы состоят из наборов одних и тех же графем, составных частей, черточек. Есть 5 базовых черт. Они нанесены на клавиши. Чтобы ввести нужный иероглиф, необходимо нажать на несколько клавиш с его частями. При этом для 25 наиболее употребляемых иероглифов на клавиатуре делали отдельные клавиши. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока.